Напряженный момент. Каждый из 300 человек в зале надеется поймать удачу за хвост. Добросовестные абоненты, у кого не было долгов за воду, и они сделали авансовый платеж, участвуют в розыгрыше от компании СКС. На кону суперприз – поездка на двоих в Сочи. Уже вот открывай, пожалуйста. Обладатель счастливого номера даже не сразу понял, что речь идет о нем. Удача улыбается ему второй раз в этом месяце. Сначала мужчина выиграл в лотерею, а теперь и путевка в Сочи. Акции для добросовестных абонентов СКС проводит регулярно, но с таким серьезным призом впервые. Акция приурочена к юбилею компании – 130 лет Самарского водопровода. Честно говоря, донимал девчонок в вашем филиале на Чернореченской. Говорю, а акция будет честная, они уверяли, что честная будет. Я им поверил и поэтому пришел. Поверили и участвовали в акции более 300 добросовестных абонентов. Все они уже получили памятные серебряные сувениры и смогли принять участие в розыгрыше приятных призов. Хочется какого-то позитива в жизнь преподнести. Значит, заплати долги, уже, мне кажется, вот, ну, у всех настолько вот в голове это приелось. Хочется, вот, чтобы не просто заплати долги, а заплати долги и пойми, что ты внес свой вклад в какую-то, да, жизнь предприятия, которое занимается таким важным делом, как обеспечивать город водой. Это не первое поощрение добросовестных плательщиков. Многие самарцы уже хорошо знают традиционную акцию «В Новый год без старых долгов». Но еще лучше весь год жить без долгов и с чистой водой. Марина Матвеевна, Дмитрий Мешканцов. События.